в автомате. То есть у нас есть там система целей, но цели автоматически рассчитывают не только сколько нужно накопить или сколько нужно закрыть долгов, но и отслеживают состояние текущих накоплений. Поэтому вовремя говорят, сколько нужно, как нужно копить, сохраняя темп, что во многих банках это не делается. То есть там простой калькулятор и так далее. А соответственно, эту историю подвязывается история накопления. Допустим, ты копил на 20%, это уже первоначальный взнос. Уже можно об этом говорить клиенту, уже можно ему показать какое-то финансовое предложение, которое уже работает от накопительного там, взноса 20% и так далее. То есть вы можете клиента вести, там, он копит на машину или там, на квартиру, вести его гораздо раньше, чем он...